bu yerde bir park işte, tabela işte, bir kozar olmadı hiç. Ya birinde özü iş tapı diyor adam yani. Adam İstitutu liseydi ne var diyor ustağı. Yani orada görüntü. Ben Ceden darbı, ben Ceden ustağı. Ben Ceden. Şu bu sıkı yazışı. Bir şey yazışı. Bir şey yazışı. O biliyor onu saklıyor. Yoksa bir tamam. Ha, Ceden yok. Ceden yakışıyor. Ben tam Suriye'de Не пойму, что жарко, то холодно. Ну, сегодня хорошо. Да, когда быстро идешь, жарко становится. Present at the next lecture. So, yeah.
Я слышал, что все окончилось хорошо. Давай. Everything. А почему finished? Если ты можешь сказать и так. I heard that everything, да, finished well. А ты хочешь конструкцию сложное дополнение. А в сложном дополнении-то у тебя идет что? Инфинитив. Зачем тогда ты ди прибавляешь? Если ты хочешь это употребить. Если не хочешь, не нужно. Употребляй тогда придаточное предложение. I heard that everything и так далее. Его желание стать актером было велико. His wishing, his wish. Как лучше? Is you like wishing? His wishing. To become. Да, какое? To become an actor. Great, можно сказать. Was very great. The next. Вчера весь день шел дождь, и это расстроило все мои планы. Здесь у тебя шел дождь, да, весь вечер. Значит, здесь у тебя тоже продолжалось, так? И это расстроилось обычное время, употребляешь просто definite. It was raining. It was raining all day long yesterday. Mm. And it upset all my plans. Расстроить планы. It was raining all day. It was raining all day long, весь день. Raining. Today and it upset. Upset? Тебя upset неизменяемая форма, правильно? All my plans. Взглянув на него, я сразу понял, что он расстроен. А дальше ты не знаешь. Можно сказать, знаешь, как можно сказать having looked, здесь можно употребить перфектное, значит, это самое, present perfect, да, перфектное. Или можно сказать by looking, if you like. By looking at him, I understood at once that he was upset. Right. Давай, пиши. Напиши лучше by looking. I understood it once. Сразу. That he was upset. Вы правы. You're right. Yes. Он всю неделю в плохом настроении. Как ты скажешь? Только за не нужно, взяли. He's in bad mood all week. Так, всю неделю. All the week, да? Мэнсон уже завершил свой обычный круг обязанностей и собирался идти домой. Когда зазвонил телефон? Здесь у тебя здесь стоит уже. Никогда, например, уже. Так, Мэнсон. Already. Finished, можно сказать? Finished. Round of duties, правильно? And was about. Здравствуйте. Я посмотрю, как я сам себе режиссер. Слава Богу. Я могу вот так. Слава Богу. Ну, это хороший фон сделал. Хороший. Не мог. Он в камеру досмотрел эту пиццу. Привет, Таня, как твои дела? У меня все
Добра. Мы давай передаем привет Юре, Шурику и Сереже. Как твои дела? У меня все хорошо. Напиши мне письмо, а потому что когда кто-то посылает, ты никогда не пишешь, а пишет только папа, и про тебя ничего не известно. Поэтому мне бывает интересно, что с тобой. Сегодня трагическая дата в истории Азербайджана. Сегодня 20 января, 7 лет тому назад, 1990 года, когда вы еще были здесь, произошла эта трагедия. Вы, наверное, все знаете. Сейчас все улицы перекрыты, все люди идут в Шейхидляр и Абаны. Можно показать, да? Там, если вы видите, в проеме окна, вот, приближаюсь, вот, видите? Вот там нескончаемым потоком идут люди. Нескончаемым потоком они идут туда. Шейхидляр и Абаны. Все, тормози, хватит. Ну вот вы увидели, как туда идут люди. Делишки. Вот посмотрите на дату, написано 20 января. Я не помню, ты в этот год уехал или нет. Но зато я знаю, что в этот день в этот год в Баку еще были бабушка и дедушка, поэтому они знают, что происходило. Я хочу вам рассказать о своих впечатлениях, которые я получил к приезду папы. Я очень рад, что он приехал. Мы были во многих местах. На Реге Анжелики, которую вы уже сейчас посмотрели, и после этого смотрите меня. Надеюсь, вам понравится. Здесь все перестроили, папа очень удивляется. Мы ходили по базару в Айкиску. Папа все время говорил, что вот такой базар, шут по сравнению с этой фигней. Вот такие делишки. Я вот пересела в другое место, чтобы на очки да не падала, чтобы вы увидели мои глаза. Я ответил. Да. В общем, я вот так кайфую, что папа здесь, он пробивает все время на неделю, он уже целый больше месяца уже с нами, какой кайф. А теперь он уезжает так плохо. Я очень передаю привет Туме, дедушке, бабушке, Юре, Сереже, Шурику, их мамы. Особенно их мама. Потом передаю привет Эдику, Геше, его сыну и сыну жены ребенку. Передаю привет Кларе. Передаю привет Ибрику. Передаю привет Мураду и Ляле Тагиву. Потом я передаю привет всему этому престарелому дому. Передаю привет Балабату квартиру вашу. Потом я передаю привет Балабату дочке обязательно. Потом я передаю привет, самое главное, Шурика собаке. Вот и я тоже.